Так, всем привет, друзья мои. Я немного опоздала, вот, но, поверьте мне, очень спешила на прямой эфир, сегодня заявленный в 17:30. Приветствую всех, кто на Facebook, всех моих друзей, любителей Facebook. Но сегодня мы с вами будем говорить о том, как связать свою страницу на Facebook, связать со своим каналом на YouTube. Сейчас много на эту тему говорят, что вот любят, не любят, да, любят ли YouTube Facebook и любят ли Facebook YouTube. Мы с вами гадать не будем. Но вот смотрите, что, как обстоят дела, да, YouTube очень любит, когда переходят с Facebook, переходят на просмотры на видео в YouTube. Ему это очень нравится, он это поддерживает, и, уверяю вас, вот просмотры именно с Фейсбука на канале очень поддерживаются Ютубом, и видео очень хорошо продвигается. Любит ли Фейсбук? Я думаю, безусловно, любит тоже, потому что в Фейсбуке есть очень интересное приложение, которое позволяет связать вашу страницу, не профильную, да, а именно фан-страницу, с вашим каналом. Это приложение, вот именно об этом мы сегодня с вами поговорим, это приложение называется YouTube Tab. Найти его легко. Вы в поисковую строку на Facebook вносите название этого приложения, и сразу же у вас выходит целая страница с предложенными приложениями, да, с YouTube. Вы выбираете самую верхнюю строку, которая называется «Использовать сейчас». Вот, то есть YouTube Tab «Использовать сейчас». И вас перекидывают сразу на страничку. Да, я вас тоже приветствую, рада всех видеть. Я смотрю, сегодня у меня много лайков. Мне очень приятно, что вы меня ждали. Да. Хорошо ли меня видно? Что-то изображение немножечко как будто плавает слегка. Так, и здесь, значит, когда вас перебрасывает на следующую строку, после того, как вы нажали «Использовать сейчас», да, у вас выйдет следующая страница, где нужно будет нажать такую левую синюю кнопочку, и написано там будет «Intense application». Вот, я говорю на французский манер. Вот. Да, Алла и Иван, привет, да, всем привет. Мы сегодня связываем свою фан-страницу с каналом на YouTube. Я YouTube очень люблю, Facebook тоже люблю, это огромные такие две страны, вот, огромные площадки, на которых мы можем и развивать свой бренд, и продвигать, а на YouTube вообще масштабировать совсем другие размеры и масштабы. Так вот, значит, перешли на следующую страничку. Там, где вам нужно будет выбрать в этом предложенном приложении, выбрать ту страницу, на которую вы хотите связать. Если у вас несколько страничек, выбирайте, ну, которая вам действительно наиболее актуальна. Вот. Ну и далее буквально в течение нескольких секунд у вас будет установлено приложение. Но это приложение, оно будет просто с YouTube, система YouTube, да, вот дальше, вот смотрите повнимательнее, дальше вам нужно связать именно со своим YouTube-каналом. Как поступать, вот пошаговые действия, какие ваши будут дальше. Вы зайдите на свой канал и скопируете в браузере не всю целиком ссылку вашего канала, а только его последнюю часть, то есть имя канала. Скопировали, вернулись на Facebook приложение, и вот там, где в этом в вашем приложении, вот, которое добавилось в закладке, оно будет у вас уже в закладке, вот у меня на ноутбуке, в компьютере с левой стороны в закладочках, да, у кого-то я смотрела на страницах, даже сразу под шапкой на Facebook появляется вот это приложение YouTube. Ну вот посмотрите, как у вас появится. И, значит, когда вы вошли в настройки уже этого приложения, и можно вставить ник вашего канала, имя вашего канала в строку, которую предлагает приложение YouTube Tab. Вставляете,
И далее последнее завершающее действие, такая там длинная большая синяя кнопочка. Вот на нее нажимаете, и у вас все готово. И у вас приложение установлено. И очень получается эффектно, когда вы открываете и заходите на свою страницу, вот обновите потом, да, страничку фейсбуковскую, зайдите еще раз и зайдите в приложение свое, YouTube, в свою закладку, и вы увидите сразу ваше последнее видео на Фейсбуке и далее все видео, которые у вас расположены на канале. Вот. Так, приложение как называется? Алла, приложение так и называется YouTube Tab. Я сверху вот этого видео напишу его название. Набирайте по латыни YouTube Tab. Вот. И очень удобно. Я проверила, считаются ли просмотры, если вы будете на Фейсбуке смотреть свои вот видео, которые расположены на Ютубе, просмотры тоже идут, поэтому не переживайте, все вот здесь будет хорошо. Единственное, что, конечно, с Фейсбука вы не сможете оставить комментарий вот именно на канале. Вот для этого уже отдельная просьба ко всем зрителям и пользователям, те, кто смотрят видео, все-таки не уходите бесследно после того, как вы посмотрели какой-то ролик и обязательно прокомментируйте, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, но только не исчезайте вот просто так. Хорошая идея, да? Да, пробуйте, пробуйте. Ольга Липатова, тоже привет, рада вас видеть. Вот. Какие следующие вот пожелания, Иван? Да, привет, мои друзья. Я рада всем сегодня очень. Какие вот актуальные темы? Вот я по мере продвижения, да, я сталкиваюсь с какими-то новыми вопросами. И возникают все время новые идеи вот для эфиров. Поэтому я буду вам признательна, если вы под этим видео ставите следующую тему, да, на какую мне подготовить эфир. Вот буквально вчера я столкнулась вообще с еще одной такой задачей, которую пришлось осваивать буквально на ходу. Случайно вместе я смотрела один канал, только что созданный, ну, недавно созданный, да, и случайно удалила, там было 9 видео загруженных. Вот просто вот случайным нажатием буквально кнопочки так получилось, что удалила видео. И вот смотрела уже, возможно ли восстановить. Но вы посмотрите в группе «Секреты YouTube», я опубликовала пост на эту тему, вот, поэтому смотрите вот по мере возникновения каких-то вопросы все решаемые, вот, так что буду рада вашим новым идеям, вашим вопросам, вот. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Очень торопилась к вам навстречу. Все, мои друзья, оставляйте ссылки на ваши каналы, будем друг другу оставлять комментарии, лайки. Я посмотрю обязательно ваши каналы, как вы их заполняете, сколько у вас плейлистов, насколько, вот, Алла, насколько у тебя в коммуникативном клубе прибавилось видео, да, вот со своими проектами, вот, насколько этот процесс продвигается у нас. Мне тоже очень интересно, потому что проектов очень много. Они настолько все безумно интересны, потому что девушки все талантливые, и просто их обязательно нужно продвигать, обязательно масштабировать. Вот давайте мы YouTube подключим к этому движению. Так, есть. Так, спасибо за комментарий в YouTube. Да. Алла, комментирую, смотрю, потому что это интересно. Это тоже социальная площадка, на которой общаются точно так же, как и на других площадках, так же, как во всех сетях. Есть мысли по продолжению темы. Алла, да. Ну, есть, конечно, любая идея, она продолжает какое-то развитие, да, и сразу в голове возникает куча мыслей, планов. Ну, давайте смотреть уже, встречаться на завтраках, да, и будем обсуждать новые идеи. Вот. Спасибо большое. Всем пока, жду ваших вопросов. Вот, и комментариев под этим видео. Всем пока. Удачи вам в привязке Фейсбука, страница Фейсбука с каналом. Вопросы, если какие возникнут, пишите мне. Буду рада ответить. Все, всем пока.